Но сейчас на сцене ансамбль «Радуга», поселок Шексна, «Капустка». Встречайте! Город Сокол, аварский танец, солисты Патимат Аталаева и Магомед Магомедов. Из той страны, где дерзкие вершины высоких скал пронзают облака, из той страны, где бурная река у тех вершин родясь, журчащей лентой, спускаясь вниз рокочущим потоком, пугающим и грозным обернется, примчались мы, посланцы той земли, прославленной величием преданий, легенд старинных, гордых дев красой, отвагой храбрецов, многоязычием, гостеприимством, лучшим из обычаев кавказских гор. Мы в танце свой рассказ о Дагестане воплотим для вас, друзей своих приветствуя с Востока. Thank you.
Встречаем ансамбль «Пепси», город Сокол, «Сон по ветру». Hear me laugh.
it's low, gone down. You're still hanging around. It's not over till you start again. Ha, ha, ha. Hear me laughing. Ha, ha. Ну а сейчас на сцене ансамбль «Ритм» поселок Шексна. Сеней, встречайте бурными аплодисментами. Сейчас мы приглашаем вас на вечерний сеанс вместе с танцевальным коллективом Shapely Dance.
Итак, давайте еще раз поприветствуем ансамбль Shapely Dance. На вечернем сеансе в небольшом городке пела песню актриса на чужом языке, сказку венского венца я услышал в кино. Это было недавно, это было давно. Разве мог я подумать, мог поверить тогда в то, что с юностью нашей расстаюсь навсегда, но остался надолго этот Вася с кино. Это было недавно. Ну а сейчас мы отправимся в дальний путь вместе с ансамблем «Стиль», потому что их танец называется «Дорога». Встречайте!
надеюсь, что все зрители в зрительном зале бодры и веселы. А кто немного задремал, ансамбль «Импульс» из Грятовца призывает. Пора просыпаться! На сцене ансамбль «Ритм» «Блокада». Встречайте! Thank you.
следующий коллектив, который предстанет вашему вниманию, существует 11 лет и имеет 7 филиалов в городе Вологда. Они участники-победители Всероссийского фестиваля-конкурса «Таланты 5 звезд» в городе Ярославле и Санкт-Петербурге. Детским составом участники вологодских фестивалей, вологодские дворики, вологодские узоры, весенние фантазии, танцевальное созвездие Вологодчине, Всероссийского конкурса «Дети России». Старшая группа является чар-лидерами баскетбольной команды «Вологда Чевакада» с 2012 года. Итак, встречайте «Скайдэнс», разбойники! Поселок Шексна. Thank you.
потанцуем вместе с ансамблем «Антураж» из города Грязовец. Встречайте! Ансамбль «Душа» Искадникова предлагает нашему вниманию задорный пляс. Встречайте! Thank you.
И вновь пустимся в русскую пляску с ансамблем «Радуга» из Шексны. Встречайте! Коллектив из Вологды «Skydance» – «Огонь». Thank you.
несет Галя воду. Ансамбль «Радуга», город Устюжна. Встречайте! «Нарисуй свою мечту» предлагает нам ансамбль «Импульс», город Грязовец. Встречайте!